нам, к сожалению, не показали ее, так сказать, впрямую. И представительница Румынии Стелиана Нистор. Стелиана Нистор сейчас представит вот такое оригинальное начало с замотанным коленом. Конечно, я когда смотрю на этих девчонок и мальчишек... Ну, некоторые травмы, конечно. Еще, пируэт. Еще зона роста. Это очень сложно. Ну, напоминаем, это как-то мягко сказали, Румыния. Это Румыния. Это чемпион Олимпийских игр. Это чемпионы. Это спецы по бревну. Да, и спецы по бревну. Совершенно правильно. Суперспециалисты на бревне. Без изящества, без красоты, но зато вот не спихнешь. И после квалификации, так, между прочим, она была второй с сложностью 6,2. Я думаю, сейчас сложность будет побольше. Нет, Дима, еще раз повторяю. Чтобы изменить за один день программу, это невозможно для мастера высокого класса. Они накатывают эту комбинацию до автомата. То есть не будут рисковать, нет, ни в коем случае? Нет, ни в коем случае. Но это может только несчастье быть. Они могут что-то выбросить от нервов. Выбросить в смысле какое-то исполнение. Ёкнуло сердечко, думаю, а пропущу. Вот такой, такой момент может быть. А вот чтобы, например, идешь-идешь уже, и вдруг я придумала пируэтик сделать какой-нибудь там в сальто. Такого не бывает. Обратного не бывает. Да. Соскок, маховая, фляг. Сейчас может разница в оценке трудности. Может...